Друзья мои, хочется сейчас поблагодарить всех вас, сказать вам спасибо от души, от всех артистов, которые сейчас на сцене. Для нас было честью дарить в этот вечер музыку, песни, свои сердца и свою душу вам. Хулио, you don't have to kiss anybody else. Well, you can kiss him. Но я предлагаю уже расслабиться и стать как-то вместе с нами потанцевать под эту прекрасную мелодию. Она без слов, поэтому каждый может придумать свою историю любви, свою историю встречи, счастья. Так что танцуйте, радуйтесь, любите вместе с нами. Эстрады с Еленой Юровой. Друзья, у нас друзьями рождается прямо сейчас на ваших глазах новая песня. И мы хотим сказать вам спасибо огромное за то, что были в этот вечер с нами. Это было огромной радостью и честью для нас. Мы хотим поздравить вас со всеми наступившими праздниками. Радуйтесь, веселитесь так же, как сегодня с нами каждый день. Пусть этот год для вас будет очень успешным. Еще раз аплодисменты. Елена Юрова, Кристина Арбакайте. Великие, замечательные и потрясающие. Алексей Воробьев! Спасибо! Мы познакомились с Еленой Юровой через ее творчество, через ее музыку, через ее песни, которых она написала огромное количество. Я, на самом деле, очень давно очень люблю ее за всю музыку, которую она написала. Плюс она безумно уважаемый человек в музыкальном мире. И для меня, как для музыканта, как для композитора, просто хочется стремиться, да, и видеть пример подобной самоотдачи и такого труда, и такой музыки, которую она пишет, что всегда приятно.